Итак, господа, всем добрейшего дня. В общем, ситуация по ЛТЗ. Уже пошел обратный отсчет. Собираем, красим. Двигатель загрунтован. Сейчас будем красить. Черный цвет. Старый еще не сняли. Здесь кое-что в передке нужно поменять, сальники. Вот. Потом еще мост нужно тоже красить. Усиливать лонжероны будем. Закинули промежутку. Собрали карабас, закрыли. Вот. Это я уже все закрасил окончательно. Черной краской. Лил не жалел. Потому что краска год-два и уже начинает ржаветь. Вот. Красится не для красоты, а в основном для защиты. Так как зимой соль так жрет, что проедает. Ну и для красоты, соответственно. Что еще? Кожух снят с двигателя. Тоже его загрунтовал. Вот он. Переходник под Т-65. Вот такой был венец там. Ну вы знаете, кто в курсе. Ну местами. Не везде, конечно. Воздуханчик. Корзина в идеальном состоянии, потому что она работала в масле. Вот. Хоть какой-то плюс, когда текут сальники. Ни на миллиметр здесь лапка не съедена. Просто в идеальнейшем состоянии. Сколько? 3 года у нас ходило. Еще до этого неизвестно сколько. Раздаточка закрашена. Все закрашено. Снимем этот переходник, потому что здесь кое-где есть нюансы. Вот такие. Вот. Еще доделать здесь крепежик. Подварить, подладить. Колеса уже готовы. Цвет синий. Вот. Тоже грунт и сверху краска. Сейчас закрасим бак. Тоже загрунтован. Маленький загрунтован. Еще это закрасим тоже в желтый. Ну, в общем, процесс идет. Вот. И включается компрессор. В общем, такие дела. В эту субботу уже выйдет первая серия. Следите. Где-то, наверное, часиков 12 пораньше выложим. Вот, всем спасибо. Следите за новостями. Заходите в группу ВКонтакте. Там очень много фоток. Каждый день обновляю фотографии. Все, всем спасибо. Всем пока.